Сегодня 28 сентября 2017 года, в день святого Вацлава, который в Чехии отмечается как один из основных праздников. То есть даже не работают супермаркеты, ничего не работает. И причем среди недели этот день оплачивается работодателем. Вот и в этот день мы решили пройти в лес Ранского, национальную природную резервацию, своего рода заповедник. По нашему благо денек выдался солнечный. Вчера было пасмурно, сегодня солнце, правда, ветрено. Но довольно тепло. Мы с Евжином, как уже старые путешественники по этому лесу, ведем Артема и Ромку на Ранский Бабилон, то есть здешняя наивысшая точка местности. Ну, а потом пойдем, как получится, гулять по лесу. Димка побежал по Ждирцу, потом сказал: скиньте мне ваши геоданные, я вас найду в лесу. Ну, а так вот, слышишь, что надо, что на